с войной покончили мы счеты? Богатые реформисты заботятся о бедных пенсионерах. Таллинский порт командует столицей. Привет! Война закончилась 74 года тому назад, а у нас все еще спорят, что это было? День Победы? Праздник со слезами на глазах? Просто конец Второй мировой или Великой Отечественной? Ни политики, ни медийные ресурсы не хотят привести это событие к единому знаменателю. Это был конец самой страшной войны, и Советский Союз при поддержке союзников победил гитлеровскую Германию. И все. Нет, не все. Дальше начинается политическая игра. Кто больше пострадал, кого больше мучили, кто за кого боролся и правильно ли это делал. Вместо того, чтобы успокоиться и дать историкам выяснить все то, что кажется недовыясненным. Нет, нам в Эстонии навязывают одну единственную правильную точку зрения. Не все, слава богу. Но вот журналист из Ихтулехт идет 9 мая к памятнику погибшим во Второй мировой войне. И что он там находит? Ни один из празднующих не хочет, не умеет или боится говорить на государственном языке. Что сказал бы в такой ситуации нормальный человек? Выразил бы сочувствие тем, кто пришел отдать дань памяти погибшим в горниле войны? Нет. И этот журналист ориентирован правильно. Он, вероятно, поговорил с сотнями, если не больше, людей. Его же фраза «ни один не умеет, не хочет». То есть с каждым. И выяснил, что государственный язык здесь не знают, не хотят на нем говорить или боятся. В свое время точно так же советские корреспонденты лепили образ врага, комментируя вражеские выступления в буржуазных странах против справедливого советского строя. Но газете «Ихтулехт» маловато будет одного только якобы нежелания, неумения или страха говорить на государственном языке. Тут важно подчеркнуть, не на эстонском, а на государственном. Эти люди идут против государства, как бы взывает воодушевленный патриотическим порывом корреспондент. Он спрашивает у Анны, которая, по ее словам, пришла почтить память погибших. А вы не думаете, что эстонцы совсем не обязательно будут согласны с такой трактовкой истории? И женщина на это не находит, что ответить. А ответить надо было просто. С какой трактовкой, идиот? Я же сказала, почтить память погибших. Вы не согласны с такой трактовкой, не чтите. Я же вам свою память не навязываю. Ну и я бы послал этого патриота куда подальше. Анна оказалась человеком воспитанным. Молодец какая. А поскольку журналист этот не один в своем праве и может показаться, что эстонские люди свихнулись на своей исключительности, то здесь будет очень кстати отрывочек из эссе, которое прислала на президентский конкурс Мия Марта Руус из Таллинского французского лицея. Она говорит, что у нас быть эстонцем – это такой как бы эксклюзивный клуб, вступление в который предполагает здесь родиться, белую кожу, с молоком матери усвоенный эстонский язык и обожание кровяной колбасы. И дальше. Не обязательно тратить свою энергию на распространение ненависти и нетерпимости. И то, что это понимает школьница, вселяет надежду. Есть только одно «но». Если у нас есть желающие закрыть русскую школу, то где гарантия, что потом не возьмутся за французскую, немецкую и английскую? На неделе стало понятно, что наш парламент все-таки начнет работать, а не будет заниматься исключительно важной проблемой, какая партия какую перетроллит. Более того, пришли в себя после выигрыша выборов и проигрыша правительства реформисты и внесли на рассмотрение парламента поправки к закону о пенсиях. Да-да, я тоже удивился сначала, когда эта партия крупных предпринимателей, либералы, можно сказать, думала о пенсионерах и вообще о слабо защищенной части общества. Как тут не вспомнить первого партийного либерала Ансипа, который с каменной физиономией заявлял, что повышать детские пособия – это все равно, что разбрасывать деньги с самолета. И вот либералы предлагают не облагать подоходным налогом пенсию даже работающих пенсионеров в пределах средней пенсии по старости. По состоянию на 1 апреля это будет 483 евро. И будь парламентарии примут эти поправки, то мы увидим реальное сотрудничество коалиции и оппозиции. Если парламент вроде приступил к созидательной работе, то в правительстве продолжаются трения. Министр внутренних дел Хельме заявил на неделе, что Россия по-прежнему оккупирует 5% территории Эстонии. Он, правда, сразу успокоил россиян, мол, не волнуйтесь, Эстония с вами воевать не будет. Вот настоящий современный политик не хочет развязывать войну в Европе. Ему надо в ножки кланяться, а мы говорим, что экреисты позорят государство. А ничего подобного.
Они даже Марин Ле Пен, которая председатель французской национальной партии, национальный фронт, пригласили. Хотя нет, не пригласили. Она сама. «Мы ее не звали», заявляют в один голос начальники икриистов. Марин Ле Пен, как известно, поддерживает политику президента Путина, а он помогает ее партии финансово, в смысле кредитует. И получается, как с реформистами, которые теперь пекутся о пенсионерах, мир перемещается с ног на голову. Икриисты требуют у Кремля вернуть территории и одновременно братаются со сторонниками Кремля. Оно и правильно, в политике главное – гибкость. Ее же пока проявляет итальянская власть, которая гибко отвечает на прямые вопросы про новый наплыв транспорта в центре города. Стало известно, что государственное предприятие «Таллинский порт» может заключить договор с финской или любой другой пароходной компанией на своих условиях. И город Таллин, на улице которого с конца июня дважды в день из парома «Экера Лайн» будут выкатываться двухкилометровые колонны автомобилей, ничего не может с этим сделать. Но это же тогда кто управляет столицей? Таллинский порт или Таллинское горуправо? И получается, судя по высказываниям городских чиновников, управы на порт у Таллинской управы нет. Я думаю, городские власти должны, если не хватает их возможности, добиться от правительства. А лучше, конечно, договориться с правительством и прийти к решению, которое будет принято в пользу горожан. Понятно, что порт зарабатывает деньги, перечисляет в госбюджет дивиденды, но у нас как-то получается, что страной начинают управлять не избранные народные представители, а назначенные руководители крупных предприятий. Как тут не вспомнить выступление Евгения Осиновского, который обращал внимание, например, на такую же ситуацию с концерном «Эсти Энергия». И если у нас представительная демократия начинает буксовать и брызги летят на людей, избирающих представителей власти, то есть смысл задуматься над переходом к прямой демократии. За примером и помощью можно обратиться в Швейцарию. Пока!